Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, сердечно поздравляю вас и ваших коллег с Днем работника органов безопасности. Сегодня мы чествуем людей, которые выбрали для себя трудную, но крайне значимую для государства и общества работу. Тех, кто твердо отстаивает национальные интересы и безопасность России. Выявляет и нейтрализует внутренние и внешние угрозы, защищает жизнь, права, конституционные свободы наших граждан. Мне приятно видеть в этом зале и наших уважаемых ветеранов. Для вас чувство долга, любовь к родине действительно всегда были и остаются высшей ценностью. Спасибо вам за многолетнюю, честную и безупречную службу. Вы работали, решали уникальные задачи в сложнейшее для страны время, в пору жестких испытаний, в годы Великой Отечественной и в период глобального противостояния. Прошли через Афганистан и многие горячие точки и всегда показывали пример профессионализма, смелости, решительности, принципиальности и порядочности. Уверен, что заложенные ветеранами традиции будут хранить и достойно развивать нынешние и будущие поколения сотрудников российских спецслужб. Успешно выполняя самые ответственные задания как в стране, так и за ее пределами, ради безопасности, мира, стабильного развития нашей Родины, сильной, суверенной, процветающей России. Уважаемые товарищи, отечественные спецслужбы, и так было всегда, это важнейшая опора нашего государства. Вы выполняете множество серьезнейших задач, и ключевая из них – это борьба с международным терроризмом. За последние годы число преступлений террористической направленности в России заметно сократилось, и ваша задача – закрепить эту тенденцию, держать ситуацию под постоянным жестким контролем, вскрывать и предотвращать замыслы террористов. И, конечно же, необходимо совершенствовать взаимодействие ФСБ с другими спецслужбами. Под эгидой Национального антитеррористического комитета внедрять новые оперативные и технические средства борьбы с террором, учитывая его глобальный и трансграничный характер. Одной из важнейших задач остается противостояние экстремизму. Органам безопасности следует, как и прежде, быстро реагировать на любые посягательства на основу конституционного строя, провокации националистов, на попытки разжечь религиозную вражду. Крайне важно оградить от преступного влияния экстремистов молодых людей. Такая работа – это реальный вклад в укрепление единства и сплоченности нашего многонационального общества. Мы видим, что безопасность России сегодня испытывается на прочность практически на всех направлениях. В том числе растет активность зарубежных спецслужб. Все это предъявляет повышенные требования к органам контрразведки. Необходимо закрыть доступ конфиденциальной, секретной информации военно-политического, экономического, научного характера, обеспечить надежное оперативное прикрытие наших новейших разработок в области обороны, где по ряду позиций мы серьезно опережаем другие ведущие государства мира. Среди безусловных приоритетов работы российских спецслужб – защита государственной границы и стратегических объектов, охрана высших должностных лиц и глав зарубежных держав, обеспечение бесперебойной работы системы связи, органов управления. И, конечно, постоянное внимание нужно уделять вопросам борьбы с коррупцией. Действовать здесь в полном соответствии с законом, решительно и результативно. Уверен, оперативные, технические и аналитические возможности позволят вам успешно справиться с этими задачами. Дорогие друзья, в этот праздничный день хочу поблагодарить вас и ваших коллег за добросовестную службу, за высокую самоотдачу и личное мужество. Позвольте пожелать вам новых успехов, здоровья, благополучия вам, вашим близким, вашим семьям, родителям, женам, мужьям, детям, всем, кто вас любит, переживает и волнуется за вас.
хорошо знаю, какая напряженная и ответственная у вас работа. И, конечно же, от души поздравляю вас и ваших родных с наступающими новогодними праздниками. Благодарю вас за внимание. Ведущие праздничного концерта Анастасия Чернобровина и Андрей Петров. Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать в Государственном Кремлевском дворце сотрудников и ветеранов специальных служб России. Сегодня здесь, в этом зале, состоится большой праздничный концерт в честь Дня сотрудников органов безопасности Российской Федерации. Вообще, конечно, все мы знаем, что ваша служба всегда связана с риском. Вы решительно пресекаете любые попытки подрыва государственности. Вы защищаете мирное существование всей нашей страны. Ваша сила заключается в том, что вы все большие профессионалы. Поэтому от имени всей нашей страны примите наши искренние слова благодарности. Мы желаем вам вселенского здоровья, счастья, настоящей партнерской дружбы и, конечно, благополучия в семье. И потому пусть сегодня будет не просто концерт, а настоящая музыкальная феерия. И для этого на сцену выйдут сегодня самые ваши любимые музыканты, самые ваши любимые исполнители. Ну, просто хочется, чтобы этот вечер запомнился надолго всем тем, кто собрался здесь, в Кремлевском дворце, в уютном зале, тем, кто смотрит концерт по телевизору, у телеэкранов, миллионам зрителей по всей России и далеко за ее пределами. С праздником! С Днем работника органов безопасности! Ну, а наш праздничный концерт сегодня открывает Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением всемирно известного музыканта, народного артиста России Юрия Башмета. Композитор Евгений Птичкин. Увертюра из кинофильма «Два капитана». Дирижер Юрий Башмет. Встречайте. На сцене Государственного Кремлевского дворца знаменитый мужской хор. Его традиции и певческое мастерство уникальны.
коллектив, успешно совмещающий церковное служение и светское участие во многих государственных событиях России. Хор Валаамского монастыря, художественный руководитель Александр Бордак. Россия, дорогая наша Русь, нерастраченная сила, неразгаданная грусть, ты размаха необъятна, нет ни в чем. Тебя пытали быть России или не быть. Много раз в тебе пытались душу русскую убить. Но нельзя тебя, я знаю, не словить. Добром своим и лаской ты душой своей сильна. Недосказанная сказка, синевокая страна. Сотрудники органов безопасности Российской Федерации, в нашем лице Валаамская обитель поздравляет вас с вашим профессиональным праздником. Вы стоите на страже нашей Родины, защищаете ее суверенитет и территориальную целостность, конституционный строй и безопасность наших граждан. В этом нелегком деле требуется концентрация всех сил человека, ума и воли, твердости духа и веры в правое дело. Да благословит Господь всех, кто с любовью в сердце и верой в Бога служит Отечеству. Храни вас, Господь, с праздником! На сцене
Неизменный участник праздничных концертов в День работника органов безопасности, прославленный коллектив, Государственный академический кубанский казачий хор под руководством народного артиста России Виктора Захарченко. На сыке волна играет, казак конечка да погоняет, спешит на хутор, на хуторочек, проведать шинку сынов и дочек. Спешит на хутор, на хуторочек, проведать шинку сынов и дочек. Под Измаилом и Цареградом летели пули свинцом и градом. Стремились кони, ломались пики, рубились, бились в раскатном хике. Стремились кони, ломали пики, рубились, бились в раскатном хике. Несли суворовские штандарты через засмешанные Альпы, а с кем московских и до Парижа казачий гомон. В праздничном концерте приветственная лезгинка в исполнении коллектива, отметившего в этом году свой 60-летний юбилей. Государственный академический заслуженный ансамбль танца Республики Дагестан. Лезгинка!
появляется на сцене рояль. А если рояль на сцене, ну, это означает, что будет принимать участие в концерте пианист-виртуоз. Это правда, но лишь отчасти, потому что виртуозов будет на самом деле два. Один из них вам очень хорошо знаком и любим, поскольку он является участником практически всех праздничных концертов в вашу честь. Народный артист России, лауреат международных конкурсов Денис Мацуев. Другой, тоже лауреат нескольких конкурсов, Елисей Мысин. Итак, внимание, Сергей Рахманинов. Итальянская полька. Елисею Мысину особенно. Большое спасибо. Мы поздравляем вас с праздником счастья, здоровья. Почаще приходите на концерты классической музыки, потому что у нас подрастает очень серьезное поколение. Елисей, ты хотел что-то сказать? С праздником. С праздником. Четко и лаконично. Замечательный получился дуэт. Какая бабочка у него симпатичная. Вас поздравляют автор и исполнитель, истинный патриот Отечества, лауреат премии ФСБ России. Народный артист России Олег Газманов и хор Академии Игоря Крутого. При свете солнца или звезд он величавый и красивый, такой желанный крымский мост связал два берега России. Открыл дорогу он туда, где скалы, море и вершины, туда, где мчатся поезда и по нему спешат машины. Пускай шторма тебя обходят мимо, ты радуй взгляды и приветливу. Встает рассвет над Керченским проливом. Удачи, люди, с Богом в добрый путь. Прекрасный полуостров Крым из золотых полей Кубани дорогу проложили мы, с тобой свою судьбу связали. Ты все пути для нас открыл дорогой солнечной надежды. Вопроса, как добраться в Крым, уже не будет так, как прежде. Пускай шторма тебя обходят мимо, ты радуй взгляды.
стоять веками. Он создан русской душой, ее рабочими руками. Он на глазах на наших рос поднялся гордо всем на диво, открыл дорогу Крымский мост над теплым Керченским проливом. Пускай шторма тебя обходят мимо, ты радуй взгляды и приветлив будь. Встает рассвет над Керченским проливом. Удачи, люди, с Богом в добрый путь. Ты радуй взгляды и приветлив будь. Встает рассвет над Керченским проливом. Удачи, люди, с Богом в добрый путь. В добрый путь. Спасибо, счастья, удачи, с праздником и долгих-долгих ясных дней. А мы всегда рядом. В праздничном концерте постоянный участник Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, художественный руководитель, народная артистка России Елена Щербакова, флотская сюита «Яблочко».
Сегодня мы с вами все имеем возможность заниматься любимым делом, растить детей, строить планы на будущее. И этим, конечно, во многом мы обязаны именно вам, сотрудникам органов безопасности. Но при этом мы только можем догадываться, как выглядят ваши будни. Ну, наверняка ненормированный график, всегда нужно быть в форме и в полной боевой готовности выполнять самые сложные задачи. О нелегких буднях сотрудников органов безопасности сложено много песен, вы прекрасно их знаете, но ведь появляются и новые, и как раз сегодня премьера. Всем, кто причастен к защите государства от внешних и внутренних угроз, посвящается. Музыка Дмитрия Кузнецова, стихи Евгения Муравьева «Золотые рассветы». Поет Денис Вертунов. Встречайте. Бескрайним простором летят облака, все быстрее беспокойное время. Но все так же Россия моя высока, и знамена по-прежнему реют. Мы присяге и чести, и долгу верны. Хоть не часто мы носим награды, и надежно с тобой безопасность страны охраняем мы верой и правдой. Золотые рассветы встают над отчизной, мы в ответе за них и в труде, и в бою. Это наша судьба, это дело всей жизни. Мы с тобою всегда на переднем краю. Мы приходим домой с необъявленных войн, обнимая любимых несмело, чтоб вокруг на земле были мир и покой, мы вершим наше общее дело. Пульс Отечества бьется на наших часах, мы сверяем сердца с его славой. Земле, под землей, на воде, в небесах, мы на службе великой державы. Золотые рассветы встают над отчизной, мы в ответе за них и в труде, и в бою. Это наша судьба, это дело всей жизни. Мы с тобою всегда на переднем краю. Это наша судьба, это дело всей жизни. Мы с тобою всегда на переднем краю. Дорогие защитники, от всей души поздравляю вас с вашим праздником. Желаю от всей души здоровья, сил, мир вашему дому. Спасибо за мирное небо над головой. С праздником! Обеспечение национальной безопасности – дело серьезное и очень ответственное. Оно всегда требует высокого интеллекта, полной самоотдачи, компетентности и умения действовать в экстремальных ситуациях неординарно и, главное, решительно.
А потому честь служить в органах безопасности выпадает далеко не каждому. Этого достойны только лучшие из лучших. Вы обладаете неординарными способностями, но самое главное, вы преданы своей стране. Выбрали нелегкий, но достойный путь. Тем и цена ваша профессия. И вот прямо сейчас на этой сцене прозвучит песня, которой исполнилось ровно 50 лет. Но она совершенно не теряет своей актуальности. Очень современно отражая судьбу всех вас, сотрудников органов безопасности России. «Наша судьба». Музыка Александры Пахмутовой, слова Николая Добронравова. Исполняет ведущий солист театра «Новая опера», постоянный приглашенный солист мировых оперных театров Василий Ладюк. Ваши аплодисменты. У нас хорошая память, живые забыть не смеют. Погибших за наше дело, у нас нет иных святых. У нас есть твердая вера, весь путь, что судьбой отпущен, пройти мы сумеем честно, и жизнь не сломает нас. У нас рабочие руки, мы подвигу знаем цену. Суровое наше время, мы нашим не зря зовем. Мы взрослыми стали рано, но в сердце бушует юность, и небо мечты высокой синеет в земных глазах. У нас и легкий характер, мы ложь не прощаем людям, мы верим делам негромким, а звонких не терпим фраз. У нас счастливые судьбы, мы знаем любовь и нежность, в борьбе мы себя сжигаем во имя такой любви. Смену придут другие, моложе и лучше нас. На смену придут другие, моложе и лучше нас. С праздником, дорогие друзья! Спасибо вам огромное за ваш нелегкий и порой ценой жизни труд. Спасибо. Низкий вам поклон. Ну а сейчас с праздником вас поздравляет детский хор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Художественный руководитель хора Елена Шумилова. Работа у нас простая.
Еще одно праздничное поздравление. На сцене финалистка открытого всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» Юлия Малинова. Владимир Высоцкий. Так случилось, мужчины ушли. Вот их больше не видно из окон, растворились в дорожной пыли, вытекают из полоса зерна эти слезы нежатых полей, и холодные ветры проворно потекли из щелей. Мы вас ждем, торопите коней. В добрый час, в добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины. А потом возвращайтесь скорее, и выплачут по вас. И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины. Хода нет никому в эти здания, одиночество и ожидание. Вместо вас поселились в домах, потеряла и свежесть, и прелесть белизна ненадетых рубах. Даже прежние песни приели. В добрый час, в добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины. А потом возвращайтесь скорее, и выплачут по вас. И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины. И звучит с каждым днем непрестанней вековечный надрыв причитаний отголоском старинных молитв. Мы вас встретим и пеших, и конных, утомленных, нешелых, любых. Только б не пустота покоронных, не причем. В добрый час, в добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины. А потом возвращайтесь скорее, и выплачут по вас. И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины. Человеку мало надо, лишь бы дома кто-то ждал. Ёмкая фраза великого Роберта Рождественского. Вы все люди в погонах, и этот образ, конечно, всегда был притягателен для российских женщин. Поэтому, осознанно выбрав непростую судьбу военного человека, в своих семьях вы, дорогие женщины, для своих мужчин, конечно же, являетесь главным тылом. Всем, кто любит и ждет, посвящают песню заслуженная артистка России Татьяна Буланова и лауреат музыкальных конкурсов Марк Тишман. Встречайте. Офицерские жены, вам поклон до земли. Вы прошли напряженный путь войны и любви,
гарнизоны и части, ожидание тревог, и берег ваше счастье, и берег ваше счастье вам, поверивший Бог. Офицерские жены, выпускной белый бан, первым взглядом сраженный молодой лейтенант. А теперь вот лампасы, словно две колеи, и билетные кассы, и билетные кассы. До войны и любви. Офицерские жены, нежность искренних глаз, небосвод обожженный и конкретный приказ. Есть, конечно, призвание, и ему выверны и специальные звания, и специальные звания для любви и войны. Офицерские жены, суета, помолчи, и аккордом мажорным память сердца звучит. Дети выросли быстро, на столе ордена и звезда обелиска, и звезда обелиска, и любовь, и война. Офицерские жены, внуки вновь на плацу, от погон отраженный свет вернулся к лицу. Ваши верные чувства выручают нас вновь. И, конечно, искусство, и, конечно, искусство, не война. Не война, а любовь. Мы низко кланяемся всем офицерским женам. Мы от всей души желаем вам, вашим семьям, мира, здоровья и любви. С праздником! Татьяна Буланова, Марк Сишман. Песня называлась «Офицерские жены». Ну а прямо сейчас на сцене оркестр «Новая Россия», дирижер Денис Власенко и государственная капелла имени Вадима Судакова. И очень символично, что сегодня вас поздравляет человек, который сам является сыном потомственного чекиста. Лауреат премии ФСБ России, народный артист России Лев Лещенко. Музыка и слова Константина Губина «Мы единое целое». Свету глаз, солнце светило одно на всех. Верили в дружбу без лишних фраз, и за мечтой стремились вверх. Люди придумали счастью запреты, ветер замедлил судьбы киноленту и расчертил на границе большую любовь. Мы единое целое.
фига, и ликовали с дождем весной. Мы разлетались по городам, но возвращались всегда домой. Юги придумали счастью запреты, ветер замедлил судьбы киноленту и расчертил на границе большую любовь. Вы единое целое, и дождь, и облако белое, и все, что прожито, пройдено, никем на свете не делимо. Вы единое целое, и все, кто верит и верует, пройдет сквозь грозы и молнии легко и незримо. Все хорошие слова сегодня вам. С праздником, дорогие наши друзья! Мы единое целое, и дождь, и облако белое, и все, что прожито, пройдено, никем на свете. Славное трудовое отечество! Россия! Спасибо! Разные поколения сотрудников органов безопасности заложили и сохранили уникальную корпоративную культуру, в основе которой патриотизм, преданность долгу и беззаветная любовь к родине. Прекрасно известна фраза «бывших чекистов не бывает, это на всю жизнь». Огромная воля, неиссякаемая жизненная энергия, желание быть нужным и полезным позволяют вам находиться в строю, участвовать в обучении и воспитании молодых сотрудников, передавать им свои бесценные профессиональные навыки. Дорогие ветераны, этот подарок будет исключительно для вас. Композитор Эдуард Артемьев, три товарища из кинофильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» исполняют джазовый виртуоз Вадим Эйленкрик и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», дирижер Денис Власенко. Thank you.
волшебное соло Вадим Эллентрик. Спасибо. Сегодня вас поздравляют лучшие музыкальные коллективы. К примеру, легендарный ансамбль, почти с вековой историей, который прошел много-много разных испытаний. В годы Великой Отечественной войны они выступали на всех фронтах, побывали в зоне вооруженных локальных конфликтов, были и в горячих точках, а в их репертуаре более 2000 произведений различных жанров. Итак, встречайте академический, дважды краснознаменный ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, начальник ансамбля, художественный руководитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации, полковник Геннадий Сочинюк. Oh,
Ну а прямо сейчас на сцене Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева «Сербский танец».
праздничном концерте народная артистка России Тамара Гверцителли и лауреаты международных конкурсов дуэт «Братья Бондаренко». Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas même d'aujourd'hui. Il vient de ce roi que j'ai bien, traîné par 5000 musiciens. Un jour, cet air me rendrait folle, cette fois, j'ai voulu dire pourquoi. Mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvrait ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je te rêve après moi comme un drôle de rêve. Cet air qui sait tout par cœur, il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Mais pas de raison, tu ne pleures pas, avec tout souvenir sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, les ventes font battre d'amour. Je vois certains battre de gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 dès je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 t'es toujours comme acheteur bel. Padam, 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 t'es vieux tout et voilà par paquet. Et tout ça pour tomber sur ce con de la rue, sur le cure m'a connu. Écoutez le chaillot qu'elle me fait, comme si tout mon passé défilait. Pour garder du chagrin pour après, je n'ai tout un solfège sur cette heure qui bat comme ton cœur. Спасибо! С праздником! Спасибо за мирное небо, чтобы всегда в вашей жизни была любовь. Спасибо! Спасибо! Спасибо вам, обворожительная Тамара Гверцителли и талантливейший дуэт братьев Бондаренко. Ваши аплодисменты. Вот такие песни, душа просто отдыхает. Но мы прекрасно понимаем, что ответственная работа не дает вам буквально ни минуты передышки. Ну чего уж там говорить о полноценных путешествиях. Но в наших силах сегодня перенести вас в солнечную Италию и устроить настоящий фейерверк итальянской музыки здесь, под сводами Кремлевского дворца. Итак, на сцене лучшие тенора России. Крепкий союз творческих индивидуальностей. Ведущие солисты московских и европейских оперных театров. Тенора 21 века. Встречайте. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani, la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito.
nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo, felice, più l'altro del sole all'ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonavo soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Amato ti sogno nell'alba svaniscon perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare nei vuoti tuoi belli che sono blu come un cielo tra punti di stella. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, nello che tu è blu, felice di stare qua giù. E continui a volare felice più lato del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, nello che tu è blu, felice di stare qua giù. La tua voce una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, nello che tu è blu, felice di stare qua giù. Nel blu, nello che tu è blu, felice di stare qua giù con te. Нашу концертную программу продолжает созвездие женских уникальных голосов арт-группа «Сопрано Турецкого». Русская снежная Катрин с выходом. Труд и отвагу от наших женских сердец
ваше сопрано. Спасибо! Музыка Шишкина, слова Языкова, «Ночь светла». Для вас поет народный артист России, звезда мировой оперы, ведущий солист Мариинского театра Василий Гирелло. Ночь светла, над рекой тихо светит луна и блестит серебром голубая волна. Темный лес, там тиши изумрудных ветвей, звонких песен своих не поет соловей. Под луной расцвели голубые цветы, они в сердце моем пробуждают мечты. К тебе в грезах лечу, твое имя шепчу, милый друг, нежный друг, о тебе все грущу. Милый друг, нежный друг, я как прежде любя, в эту ночь при луне вспоминаю тебя. В эту ночь при луне на чужой стороне, милый друг, нежный друг, вспоминаю. На чужой стороне, милый друг, нежный друг, вспоминай обо мне. Я вас сердечно поздравляю с вашим праздником. Храни вас Господь. Спасибо вам! Спасибо! С праздником! Праздничное поздравление на сцене Кремлевского дворца. Композитор Арно Бабаджанян на стихи Андрея Вознесенского. «Верни мне музыку». Поет Мария Воронова. Водных лыж, ты услышь их музыку, услышь, как от волшебного смычка такая музыка. Уведу тебя от дома, уведу, наведу у всех знакомых, уведу.
никогда, не возвращусь я никогда, никогда не запоет уже вода. Без следа все смыло, без следа. Ложь не нужна ей грош цена. Прямо сейчас праздником вас поздравляет музыкант, который, как никто другой, очень трепетно относится к матушке России. Каждую свою песню он проживает как маленькую жизнь. Каждая его песня за душу берет. И я уверен, вы готовы прожить эту маленькую жизнь здесь, под сводами Кремлевского дворца, вместе с героем его песни. На сцене народный артист России Николай Расторгуев и группа «Любэ». Коротко лето, след дальнего востока, солнце ближним светом, и ласкают берег тихо, океана виры, трубы моря дуют лихо в сторону Сибири, где корабль готовый к бою, над бетоном прочным, облака пчелиным роем кружат над восточным, а за ним Байкал раскинул богатырски плечи, в его волнах рябью сгинул путь к туманам млечным, а за северным сиянием полюса и торосов долгих споров голоса на небесном склоне звезд. И скрипят, и скрипят планеты наши тормоза. И скрипят планеты наши тормоза. С шабуралы пружины властной, гордый ряд России закалил характер страстный Чебаркуля синий, а за ним в речной витрине век от века долго золотым кольцом старинным любовалась Волга, а за северным сиянием полюса и торосов долгих споров голоса на небесном склоне звезд. И скрипят планеты наши тормоза. И скрипят планеты наши тормоза.
ночи хмельной и терпкой нам Россия снится. А за северным сиянием полюса и торосов долгих споров голоса. А за северным сиянием полюса и торосов долгих споров голоса. На небесном склоне звезды моросят и скрипят, и скрипят планеты наши тормоза. И скрипят, и скрипят планеты наши тормоза. Примите музыкальный подарок от знаменитого коллектива Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого, художественный руководитель, народная артистка России Александра Пермякова. Русский народный хор имени Пятницкого поздравляет вас с праздником и желает счастья, здоровья, добра и благополучия. Спасибо вам за нашу безопасность и примите от нас низкий русский поклон.
сопровождении оркестра и хора Центрального пограничного ансамбля ФСБ России поет заслуженная артистка Республики Татарстан Дина Гарипова.
а мне 17 лет, а мне 17 лет. Спасибо вам большое. Я от всей души поздравляю вас с праздником и желаю вам всего самого наилучшего. Будьте счастливы. Спасибо. Ну а прямо сейчас в сопровождении хора поет народный артист России Олег Газманов. Всех нас манит гипноз, перестука колес, переходы, пути, поезда. За вагонным стеклом уплывает земля, кинолентою тянется вдаль. И пусть кто-то твердит, что наш путь предрешен, чтоб никто колею не бросал. Нам не стоит покорно по жизни идти по указанным кем-то местам. Нам не стоит покорно по жизни идти по указанным кем-то местам. Прошедшей войны не тревожь, сапоги по бетону стучат. Снова ложная правда, правдивая ложь, на войну посылает солдат. Пусть билет в одну сторону чуда не будет, проставлен и финиш и старт. Нам не стоит покорно по жизни идти по указанным кем-то местам. Нам не стоит покорно по жизни идти по указанным кем-то местам. Пусть компьютер судьбы знает все наперед, нам ответ не узнать никогда. Пусть наш диаграммы в дисплее ползут, где-то радость, а где-то беда. Кто-то может предать, кто-то может уйти, кто-то рядом сражаться устал. Нам не стоит покорно по жизни идти по указанным кем-то местам. Нам не стоит покорно по жизни идти по указанным кем-то местам. По жизни идти по указанным кем-то местам. Спасибо. Еще раз с праздником. Счастья и удачи. Спасибо. Спасибо. Наш любимый Олег Газманов. Спасибо за этот подарок. Решением президента Российской Федерации этот 2018 год объявлен годом добровольца или волонтера. Это признание заслуг людей, готовых к самопожертвованию во благо соотечественников, чья энергия, воля и благородство являются главной действующей силой нашей страны. На всем протяжении истории государства добровольческое движение объединяло молодых людей, которые всегда прислушивались к зову сердца. Они были первыми на поле битвы, они были первыми на масштабных стройках, они участвовали в организации крупных международных мероприятий. Одним словом, эти ребята первые везде. И сейчас на этой сцене прозвучит любимая песня из легендарного кинофильма «Добровольцы». А годы летят.
На сцене актриса театра и кино, заслуженная артистка России Екатерина Гусева и ансамбль танца «Рандеву» под управлением Евгения Малышко. Встречайте. Я желаю, чтобы всегда, всю жизнь было некогда оглянуться. Некогда оглянуться, чтобы мы шли только вперед, не оглядываясь. С праздником! Заслуженный артист России Денис Майданов. Владимир Высоцкий. Баллада о борьбе. Среди оплывших свечей вечерних молитв, среди военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды улатали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосало под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы, со страниц пожелтевших слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие в бой тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. От кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут,
В детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить. И друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом, и доспехи надев, что почем, что почем. Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, по скалу забрал, это смерти оскал. Ложи зло погляди, как их лица грубы, и всегда позади воронье и гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки с ножа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал. Спасибо, с праздником вас! Денис Майданов. Спасибо, Денис. Спасибо. Сколько красивой музыки сегодня прозвучало здесь для вас. Надеемся, что этот вечер оставит только самые добрые, самые теплые воспоминания. Наш концерт завершается. Мы от всей души еще раз поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Мы желаем вам здоровья, здоровья и только здоровья. Ах да, конечно, еще благополучия и внутренней гармонии. Берегите друг друга. С наступающим Новым годом, и пусть эта новогодняя ночь пройдет очень волшебно. И еще один музыкальный подарок на сцене — хор Валаамского монастыря. Поздравляем! Слався, слався, ти Русь моя, слався, слався, ти Русь наша земля, рабов посігнувших на край родной, Росії з пощадно могучі рукой. Слався, слався, із рода в род, слався, слався, великий наш русский народ, кто кровь за отчизну свою прольет, того не забудет наш русский народ. Слава, 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 слава,